Сегодня утром на площадке возле педагогического университета «Яблоку негде было упасть». Несколько десятков активистов стали участниками автопробега «Дороги памяти» в честь грядущего Дня Победы. Среди участников – студенты и представители общественных организаций. Первой точкой поездки стал Воскресенский некрополь, где участники почтили память героя Советского Союза Павла Лаптева. Автопробег «Дороги героев» проводится уже второй год. Направлен он как раз на пропаганду военно-исторического наследия. Цель этого автопробега. У нас на территории Ульяновской области похоронено 40 героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны. Перед возложением цветов старшее поколение рассказало молодежи о жизни и великих делах героя, достойного вечной памяти. Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Умер после войны, но свой долг как воин, как защитник, как герой Советского Союза он выполнил. Цветы в могиле героя возложить. Честь отдать. Вольно. Ребята из Института гражданской авиации поделились впечатлениями об акции. К слову, в автопробеге они участвуют впервые. Готовы каждый день буквально приходить сюда и вспоминать, не забывать и наслаждаться памятью вот этой отчизны и этим героизмом. И, наверное, это помогает людям делать правильные поступки. Для меня это очень важно, так как, например, я до этого не знал, что у нас в Ульяновске есть 20 героев Советского Союза, и это очень познавательно. После некрополя автопробег последовал за пределы Ульяновска. Участникам предстоит проехать более 1200 километров, поздравить храбрых воинов отчизны, навестить ветеранов и возложить цветы к могилам павших героев. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.